Radio Intense. Пора поговорить. Всем большой привет, это Спартак, это Supreme Essentials, те эпизоды Supreme на промо DJ TV Intense, где я играю наиболее интересные треки, которые я получил в течение месяца. Вот, поэтому сегодня вы услышите много промо-треков и, конечно же, вы услышите некоторые работы, которые уже играли в моем предыдущем выпуске Supreme. Вот, также сегодня будет несколько презентаций, по порядка двух своих новых треков я сыграю. И, конечно же, очень много свежего, не вышедшего материала в стиле техно, так хаос, ну, конечно же, больше техно. И, в принципе, это один из тех случаев. Сейчас это Casback Zoo, трек называется Breakbone, он еще не вышел, выйдет скоро на Transmit Records. Вот, поэтому устраивайтесь поудобнее или не устраивайтесь. В общем, давайте танцевать, развлекаться. Это Supreme Essentials и с вами Спартак. We'll be right back.
Продолжаю качать вас самым свежим промо-материалом, который я получил. И действительно, этот трек еще не вышел. Это лейбл Deep Perfect моего хорошего друга и любимца многих Стефана Наферини. Но вышли, вернее, написали эти треки ребята Франческо Бергоми и Симона Зино. Называется трек «Oddball». У нас еще будут треки от этого релиза, поэтому я думаю, вас еще ребята приятно удивят крутой музыкой в стиле техно. Тот случай, когда я повторяю трек с предыдущего Суприма, не с предыдущего эфира на промо-диджей 2 Intense, а с моего предыдущего радиошоу,
Этот трек я тоже получил в качестве промо, но, конечно же, он уже вышел. Это Orange Records, насколько я помню. Парень Питер Бейли написал этот трек, который называется Root Boy, и сделал ремикс ему Стив Мюллер, это чувак из Голландии, как оказалось. Вот, мега талантливый сам продюсер, который пишет как раз музыку в таком стиле, такого плотного, жесткого, чуть-чуть темного, но все-таки грувистого, классного техно. Вот такой крутой ремикс. Вижу ваши комментарии, рад, что вам нравится техно, которое я сегодня для вас подобрал. А на самом деле я достаточно счастливый диджей в первую очередь, потому что, видите, мне присылают очень много промо-треков. Действительно, моя почта, как правило, переполнена этими письмами. И вполне вероятно, что пока я сейчас играю эту музыку, для вас тоже приходят и переходят новые промо-треки. И этот как раз тот случай, когда промо... Не какой-то флут и джанка, действительно очень крутой лейбл, крутой артист и крутой трек, соответственно. Это промо от лейбла Tronic, и артиста зовут Arjun Wagail. Новое имя для меня, но я уже играл его треки на предыдущих своих сопримах. Очень интересные работы. Трек называется It's Like That, что в принципе и слышно по вокалу. NYC, я так понимаю, New York City Mix. Ну, круто, если это Нью-Йорк Сити Микс, значит, в Нью-Йорке тоже хавают правильное музло. Вот, за что мы передаем огромный пламенный привет из Киева Нью-Йорку. Вот, и продолжаем танцевать напротив своих компьютеров, мониторов. Звук погромче, это Supreme, с вами Спартак. We'll be right back.
Ну, и то, что я говорил, вижу, что пишите, что нравится трек, это круто, потому что трек достаточно экспериментальный и не совсем то, что вы привыкли слышать в Сапримах, больше такой ближе к олдскульному техно или к техно такой новой волны. Это трек мой, трек называется Poses. Позы, я напишу обязательно название. Это демо-трек, который я написал вот буквально на прошлой неделе. Вот, играл я его только в Омске на этих выходных. Действительно классная реакция, на удивление, потому что, опять же таки, работа достаточно смелая. Как для меня, так и, в принципе, для моих танцполов. Вот, но двигаться надо вперед, и те, кто двигается вперед, тем должно нравиться. Те, кто не двигается, ничего, поддогоняйте нас. Вот. Ну и продолжаем. Дальше у нас Lock & Jam с мега крутым треком Crank. We'll be right back.
А, ну видите, как интересно, еще только середина, а вы уже спрашиваете о том, что я буду играть в конце. В конце будет классный трек, это не Deep House будет, а другая работа от чувака, которого зовут Джеймс Харкоут, но об этом попозже, это тоже промо-трек. И сейчас говорим о треке, который играет в данный момент, это наш хороший товарищ, резидент нашего лейбла Скобер, и трек называется To The Moon. Со всего релиза там было, по-моему, 3 ремикса. Блин, оригинал все равно самый крутой, реальный респект, Константин. Так держать, продолжай в том же духе. Ну, а мы, конечно же, будем со своей стороны поддерживать максимально твое творчество. Ну что, слабо угадать, кто автор оригинала этого трека? Пишите в комментариях. We'll be right back.
Ну, видите, как оказывается, только один человек, и это Эдик Юрченко, который реально следит за техно-музыкой и за техно-релизами. Это Марика Росс в ремиксе от Джорджо Рускони, мои поздравления. Вот, действительно, я думал, учитывая то, что я играл этот трек уже в предыдущем Supreme, который, в принципе, уже выложен, неделю лежит, вот, я думал, что кто-то из вас видел название этого трека, потому что не заметить его невозможно. Действительно, очень классная работа, очень приятно, что это коллаборация авторства оригинала Марики Росса, нашей украинской техно-дивы, и в ремиксе от очень талантливого и итальянца Джорджо Русконио. Такой вот классный тандем родил такой клевый, как вы все в своих комментариях уже написали, классный и очень подрывной техно-трек. Вот, так что вникайте в музыку, вникайте в культуру, и мои поздравления, низкий поклон и респект.
Так, ну ладно, поговорим. Артем Бандура правильно заметил, это были предыдущие треки Anti-Slam and Weapon. Два хороших, классных парня из Британии. Вот, в последнее время они действительно делают классные работы, очень крутые. Мне очень нравится, они все такие жирные, мясистые и круто работают на танцполе. Вот, следующий трек — это Лукас Фрейре, трек называется Trap in Time. И это мой ремикс, который скоро выйдет на лейбле AMT. Поэтому долго говорить не буду, послушаем и пишите свои вопросы, я с удовольствием на них поотвечаю, может, в конце этого трека. Иногда надо выбирать две стороны, и, собственно говоря, я ее выбрал. Вот, но это отдельная история. В любом случае, уход дал очень многое, и тот же самый проект Radio Intense, и те же самые, там, огромное количество радиостанций, которые сейчас выходят шоу Supreme, оно все это привело к этому. Вот, ты спрашиваешь еще по поводу, когда я буду играть старые треки. Вы знаете, я принципиально не люблю повторять треки, в отличие от своих коллег, которые здесь периодически играют. Я очень не люблю, принципиально отношусь негативно к тому, чтобы повторять старые треки в своих шоу, потому что каждое шоу, я считаю, должно быть уникально, и каждый раз моя прямая обязанность давать вам свежую, интересную, эксклюзивную музыку. Вот, но так как следующий эфир у нас будет праздничным, потому что, скорее всего, это будет канун Рождества,
православного, то у меня есть традиция играть лучшие треки за год. И, конечно же, я вместе с вами, со всеми, постараюсь как-то выбрать, отобрать эти лучшие треки и вместе все собрать в единую компиляцию. Вот. Ну, а сейчас у нас новые треки. Сейчас это Axel Caracasis с треком, который называется «Окр». Вот. Новая работа, промо только прислали, поэтому наслаждайтесь. We'll be right back.
этот трек, это, наверное, трек месяца для меня. Мега крутая работа, которая просто взрывает мозг чертям собачьим. Не побоюсь так сказать. Очень мне нравится. И уверен, что многие из вас ее уже слышали. Многие впервые услышат. И по-любому она вас не оставит равнодушными. Луиджи Мадонна, все правильно вы заметили, те, кто написали, что это этот самый трек. Вот, действительно, я читаю ваши комментарии очень внимательно, но не вижу смысла никакого отвечать на вопросы по поводу сигарет. Я бросил курить очень легко, вот, работаю над собой, все. Давайте что-нибудь по поводу музыки обсуждать. Вот, потому что, ну, причем вот это? Вот, ну, мы в любом случае продолжаем, это Кайзер Диско, и трек называется «Пятый элемент».
Очень крутая работа с великолепным грувом, которая для меня является такой сейчас таким маяком в плане продакшена. Очень ориентируюсь на нее в плане построения грува. Поэтому тем, кто пишет музыку или тем, кто хочет выпуститься у меня на лейбле, на заметку. Последних треков по поводу Шазама. А ну-ка попробуйте прошазамьте мне этот трек. Специально дам название в самом конце ради интереса, получится у вас это или нет. Вот, что касается городов, на самом деле я на прошлой неделе был в России, в Омске. Хотел бы лично поблагодарить всех, кто пришел на эту вечеринку, потому что мы очень здорово реально провели время. Я потом поехал петь под арену Омск, мы стояли с моим товарищем Володей и пели песню, пытались выкупить у людей шаурму. Короче, в общем, весело провели. Вот, я, по-моему, даже брейк-данс танцевал. Вот, но хорошо, что этого никто не видел. Время было классное. Омск действительно один из моих любимейших городов в Сибири. Вот, где я люблю бывать. В ближайшее время России не предвидится. Ближайшее потом, ну, из тех запросов подтвержденных. Сейчас приходит много запросов других, мы их обрабатываем. Конечно же, я с удовольствием приеду. И, как говорится, техно будет объединять нас очень крепко, очень сильно. Вот, на этой неделе я должен играть в Германии. И, конечно же, пятница, Саксон, я буду реабилитироваться за отсутствие свое на прошлой вечеринке с Марко Бейли. Кстати, по этому поводу тоже хотел бы сказать. Марко обязательно приедет. Так сложилось, извините, пожалуйста, нас. Марко обязательно приедет в марте. И я буду обязательно, мы обязательно все это переиграем, повторим и снова очень здорово проведем время. Вот, а в Новый год я буду праздновать в Чехии, город Брно, и играть. Это будет классный ивент. Большой театр снимают ребята, и я думаю, мы здорово там тоже проведем время. И, конечно же, на следующей неделе я еду кататься на лыжи, поэтому увидите много фотографий. Подписывайтесь в Инстаграме, на Фейсбуке, ВКонтакте, увидите много фотографий со мной с лыжами, в снегу и прочих, при прочих делах. Если будете там, в Буковеле, увидимся на склонах. И, конечно же, в субботу приходите потанцевать под техно. Вот, ну так и есть. А теперь интересно, как вы определите трек.
да, видите, как здорово, когда диджеи играют промо-треки, а не скачанные из контакта. Шнапс это тебе и буржую на заметку. А это Франческо Бергоми и Симона Зима. Я уже играл этих ребят сегодня. Это промо-трек, который называется «Гламур». И выйдет он вскоре, совсем где-то не через недельку, может через две, на битпорте уже появится в составе лейбла Deep Perfect. Вот так вот. И следующий трек у нас завершающий. Это Джеймс Харку Nutation, тоже трек, который еще не появился в продаже, поэтому шазамить его нету никакого смысла. Вот, но рад, что вы постарались. Подошел Шнапс и сказал, чувствую, сейчас вырубят свет, поэтому действительно, это последний трек, тут уже никак Киевоблэнерго не повлияет. Вот, спасибо, что были сегодня с нами, рад, что получил много положительных отзывов, рад, что вы отписывались, не скупились на свои хорошие и хорошие комментарии. Вот, увидимся. Обязательно приходите в эту пятницу в ночной клуб «Саксон» в Германии. Вряд ли вы приедете. Вот. И на следующей неделе в Буковель. Всех с наступающим Новым годом. Всех очень сильно обнимаю. Увидимся уже в следующем году. Ну, имею в виду здесь на Radio Intense с лучшими треками 2014 года. Я думаю, это будет какой-то классный праздничный эфир. Мы позовем Галицкого в костюме Деда Мороза, снегурочек каких-то, я не знаю, насыпем тут гору снега. Короче, как-то задекорируем эту студию, которая уже, наверное, приелась вам всем. Поэтому, в принципе, все, кто будет в Киеве, приходите, все, кто любит техно-музыку, я думаю, мы каким-то образом устроим какой-то мега-ивент. Вот хорошая идея, надо будет обязательно слышать, Саша. Вот, надо будет
использовать ее. Вот, я вас еще раз обнимаю, всех целую, желаю вам побольше качественной музыки. И спасибо, что остаетесь вместе со мной и вместе с Техно. Всем большой писем.